Американский турнир по байге состоялся в Уральске. В нем приняли участие 130 наездников из 5 регионов страны, а также из соседней России. Победителей забегов во всех категориях наградили кубками и денежными призами. Здесь же развернули настоящий этноаул, где проходили различные конкурсы и состязания. К слову, общий призовой фонд мероприятия составил более 14 миллионов тенге. Я уже примерно 3 года занимаюсь, и очень много скачек проскакал. Я выигрывал разные скачки в Алмате, в Астане, в России выигрывал, и в Кыргызстане выигрывал. Моя мечта стать самым лучшим наездником на лошади. Сегодня 130 участников здесь участвует, даже больше, с таких областей, как Алматинская область, есть Мангыстау, Атырау, Караганда. Действительно, у нас идет популярность этого вида спорта, как байге.